Вопрос космического мусора в данный момент стоит не так остро, как многие думают, но на самом деле об этом стоит задуматься заранее, пока у нас не появились большие проблемы. Тем не менее, иногда станция производит маневр уклонения от космического мусора, но это достаточно редко. Адаптироваться к невесомости после прибытия на станцию требуется несколько дней, обычно до недели, не больше. Ну а после прибытия на Землю, после полета, для адаптации к условиям гравитации снова, также требуется несколько дней, а полное восстановление организма происходит примерно через 3-6 месяцев. Не хватает самых обычных земных вещей, это горячего душа и возможности живого общения с друзьями. Повторите, пожалуйста, вопрос. Прием. Простите, пожалуйста, не расслышал вопрос. Повторите, пожалуйста, прием. Ульяна Борис, 3, Василий, Саша, Леонид, Роман Сергей, 0, Иван Сергей, Сергей, слышу вас хорошо. Российскому движению школьников и Сергею Николаевичу Рязанскому мы пожелаем, чтобы в это движение публиковалось все больше и больше. Работа была плодотворной и направлена на созидание и на формирование личности наших граждан. Я думаю, когда-нибудь в далеком будущем будут доступны, но только тогда, когда космические полеты станут таким же обыденным делом, как сейчас полет на самолетах, либо плавание на больших круизных кораблях. Есть у нас и растения, и животные. Наиболее любимым занятием является уход и наблюдение за ростом пшеницы. Вопрос немного не по адресу, мы некомпетентно отвечать на такие масштабные вопросы, но если лично, то считаю, что потенциал в России громадный, учитывая особенности национального характера, менталитет, историю, культуру и нашу географию.